Так, всем привет! С вами канал Артмания. Сегодня у нас... Сегодня мы делаем с Зимочкой срочно... Что мы делаем? Окрошку. Такая у нас, кстати, колбаса. Докторская должна была быть. Та самая. По-моему, я брала докторскую. Вот, мы делаем окрошку очень срочно. Вообще не планировали, вообще даже не думали. Собирались сделать салат. Я уже вот... То есть помыла уже перец, помидоры, все. И тут вдруг мне неожиданно захотелось окрошку. На. А посу это? Да. Ну хочешь? Будешь есть? Буду. Вкусненько. Есть, это буду. Вот. И я подумала, блин, надо что-то делать. Короче, хочу. И мы сейчас уже отвариваем там картошку. Но картошку я как на суп сделала. То есть мелко-мелко покрошила, чтобы она быстрее сварилась, и яйца отвариваются. Вот, короче, мы срочно делаем окрошку. Да? С Димой мы еще параллельно разговаривали. Но сейчас он что-то уже не хочет разговаривать. Почистим ее всю, что ли? Никак. Нет. Такая у него упаковка прям жесткая. Видимо, специально, чтобы в магазине потом она не проткнулась где-нибудь. Вот. Хотела я делать, как бы окрошку готовилась к ней. Но я хотела не с колбасой сделать ее, а с какой-нибудь курицей, отварной грудка курицы. То есть, ну, не колбасу ребенку давать, потому что мы, в принципе, не едим колбасу. Это вот только так. Сейчас, кстати, с вами попробуем. Ну, она как докторская обычная. Кстати, ничего такая. Ароматная. По ощущениям кажется, как будто лавровый листочек, вот, да? Специи. Ну, такое вот ощущается, и все. Ой, какие кубики. Ровненькие, да? Да. Ну, какая вкусная колбаса. Угу. Не зря ее любят дети, да? Кубики. Дай мне кубик, пожалуйста, дай. Пока хватит. Вот. Вот, это останется на следующий раз. Почему он останется? Почему? Картошка наша сварилась. Да. Рассказывай, Дима, что ты хотел рассказать? Дима хотел вам что-то рассказать. Очень важное, да, Дим? Полезные личинки. Полезные личинки. Это и есть. Печенье полезное, говорит Дима. Надо их кушать обязательно. Потому что они что там? Потому что полезные. А потому что просто полезный? Да. Сейчас стынет немножко. Вот такая у нас картошина, видно вам? А, ну вот я... Ты крыс, зачем? Я думала, они вообще уже разварились там. Глупости? Ну да, на нее прям вообще идет такой пар. Короче, у нас называется сегодня ролик «Срочная крошка». Квас у нас есть. Но на самом деле я хотела сделать с кефиром. А вот, но. Дай мне кубик. Какой? Вот. Ну, горячий бери. Горячий кубик. Да, но это же картошка. Ты думаешь, я там что? А, ты колбаса тебе нужна. Да что ты?
вот таких вот у нас штучках будет окрошка. И мы еще добавили туда помидорку. Не знаю, нам захотелось помидоры, я подумала, это же будет что-то необычное, поэтому снимаю этот ролик. А тут что, ты вот тут не ез воду, что? Я хочу помыть его сначала. Помыть? Конечно. С микробами? С микробами, конечно. Эти кубики будем... А и завтра будем окроску делать? Да, и завтра тоже будем делать окрошку. А завтра то? И опять будет завтра есть эту колбасу. У нас с тобой и блинов мы нажарили вчера. Вчера нажарили блинов 30 штук, да? 30 штук, такая гора была. Нельзя кастрюлю, нельзя ставить. Это поставить. Надо было, конечно, по большому счету еще засечь время. Ну, что-то, по-моему, минут 15, наверное, прошло за все это время. У нас картошка уже готова. Ну, да? Как вот это все выглядит? Наех, пол идет, наех прям. А куда он потом должен идти? О, да потолок прям. Ой, на меня прям идет, на меня. Ой, на тебя, сейчас прям тебя поджарит, да? Да. О, как падает на меня. Волосы, на волосы он мне падает. Видите, уже в принципе все. А, зеленый лук. Во. Зеленый лучок нам надо. Так. Волосы поджаренные у меня что-то. Да что ты? Чего это они у тебя там поджарят волосы? А? Зеленый лучок сейчас подам еще пореже. У нас там яйца закипели. Минут 5, наверное, будет париться. Тук! Сюк-тук, сюк-тук, сюк! Рассказывай, Дим, что ты хотела рассказать. Что, расскажи, что у тебя вот это такое? Клеточка. Клеточка. Клеточка? Клеточка. А, на да. Тарелку я на клеточку ставить, как тарелку. На клеточку я ставить тарелку. Тарелку я ставить на клеточку. Да. Ну, я на тарелку клеточку. Ставить, да? Ну да. Вот. Ставить, поставить. На окошку бахозу, на окошку. Угу. Смотрите, у нас на даче такой вот лучок. Но у нас на даче теперь не будет летом воды. Представляете, у нас воду на даче отключают. Вернее, не будут включать, потому что трубы все полопались в прошлом году. Вот, и у нас не будет воды. Так, у меня там батарея садиться начинает. Я вам покажу концовку, наверное, когда получится уже у нас окрошка. Иначе сейчас батарейка сядет. Так, следующий у нас яички идут, Димочка чистит. Очень приятно, когда малыш ваш помогает. Диме уже 4 года через месяц. Через 2 месяца даже. Нет, через 1,5 месяца. Дима, смотрите, ногу на ногу, главное, поставил, сидит. И вот такая у нас картошка. Уже положила сметанку, ждем яичко и заливаем квасом. Квас у нас будет вот такой вот. Какой-то, не знаю, пап купил. Квас? Да? Да, квас красивый. Квас. Вкуснятина будет. Ням-ням-ням-ням. В предвкушении. Все мы успели сделать за 20 минут, наверное, где-то так. Вот, по времени я смотрю, то есть еще, да, где-то 20 минут. Сейчас Дима быстренько почистит и все. Будем кушать. Вот, и получилась у нас, смотрите, вот такая вот вкусняшка со сметанкой. Здесь и квас, и он, это вот Димина, это мамина. И сейчас будет отдельный ролик, как Дима первый раз в жизни пробует окрошку. Мне кажется, это будет очень интересно, это будет отдельным роликом. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Всем пока-пока. Дай, мама, дай.